Африканская чума свиней стала известна в начале 20 века. С первых попыток интродукции свиней культурных пород в колониальные страны Южной Африки в 1903 году. Через 50 лет послевоенный расцвет международной торговли привел к заносу АЧС на территорию Европы. Вспышки заболевания за короткий срок охватили Португалию, Францию, Бельгию, Нидерланды и Испанию. Подавление эпизоотии потребовало огромных затрат и колоссальных усилий. В Испании первая вспышка произошла в 1960 году. Это был занос из неблагополучных районов Португалии, и болезнь затронула не только Испанию, но и многие другие страны. Эта вспышка очень быстро распространилась, и уже через 3 года вся страна горела. В то время люди старались контролировать распространение болезни, но не было программы по ее искоренению, скорее были программы по выживанию. 30 лет в стране хамона и чоризо буйствовала африканская чума. При этом индустрия свиноводства продолжала развиваться. Болезнь этому не препятствовала, ее хорошо контролировали, быстро ликвидируя вспышки. Появляющиеся в животноводстве новые технологии позволяли крупным фермам защищаться от АЧС. Проще говоря, испанцы научились жить с чумой бок о бок. Но к 1990 году стало очевидно, что так продолжаться больше не может. Испания тогда стояла на пороге вступления в Евросоюз. Когда Испания стала бы членом ЕС, то экспорт из стран-участников ЕС в Испанию был бы открыт, а экспорт продукции из Испании в ЕС, наоборот, закрыт. Такой дисбаланс привел бы к гибели нашей свиноводческой промышленности. И тогда бы пришло всеобщее понимание, что необходимо болезнь не просто контролировать, а искоренять. Я думаю, что это была важная часть, эмоциональная часть. Люди обнаружили, что им действительно нужно покончить с болезнью, иначе болезнь сама покончится со свиной промышленностью. При поддержке Евросоюза и правительства Испании, с одобрением ветеринарной службы, фермеров и муниципалитетов, была разработана государственная концепция полного искоренения африканской чумы свиней. Руководил проектом Хосе Санчес Вискаина. Для его реализации было издано 11 королевских указов и 5 новых законов. Потрачены миллионы евро. Более 2000 хозяйств получили льготные кредиты на повышение уровня биобезопасности. Программа для свиноводства закрытого типа показала положительные результаты. И уже через 2 года мы избавились от болезни на фермах. Программа свиноводства открытого типа столкнулась с некоторыми проблемами. Черные свиньи, из мяса которых делается лучшая в мире ветчина, содержались на свободном выгуле, питаясь фруктами, растущими на деревьях. Это придает определенный вкус ветчине. Но на выгуле ситуация имеет 2 ключевые проблемы. Во-первых, одним из главных векторов переноса вируса является клещ рода Орнитодорос, обитающий в Испании. Вторая проблема состояла в том, что на таких фермах происходили контакты домашних свиней с диким кабаном. Чтобы разорвать контакты с дикой природой, большую часть свиней перевели в помещение. Популяцию дикого кабана существенно сократили. Был проведен учет всех хозяйств и идентификация поголовья свиней. Усилен контроль за перемещением животных и продукции. При подтверждении вспышки все свиньи немедленно уничтожались, а их владельцы получали компенсацию. На территории Испании работали мобильные полевые ветеринарные бригады. Все фермы подвергались масштабному серологическому мониторингу. АЧС вызывает нестопроцентную смертность. Существуют некоторые животные, которые выживают, и они показывают очень сдержанные невыраженные симптомы и являются при этом переносчиком вируса. Мы совместно с командой из 25 ветеринаров проводили массовую программу ИФА-тестирования для всех фермеров по обнаружению и убою всех животных, которые являются носителями АЧС. Таким образом, мы обновили генетику животных. Все эти меры могли бы стать бесполезными без активного участия самих фермеров. Объединившись в ассоциации, они помогали искоренять вирус. 5 лет очень интенсивной работы понадобилось Испании, чтобы победить чуму. В конце концов, ей это удалось. В 1995 году страна объявила себя полностью свободной от АЧС. Я был очень рад, что оказался вовлечен в испанскую программу по искоренению болезни. Я был рад видеть, что все мы были в одной лодке, все были вместе. Это было замечательно. И я запомнил те времена как время поиска. После появления АЧС у нас было 7 вспышек других заболеваний. И всегда применялась программа по борьбе с АЧС. И всегда мы достигали успеха.
Однако на Европе вирус останавливаться и не собирался. В 70-х годах прошлого века экзотическая болезнь была занесена в страны Центральной и Южной Америки. От вируса пострадала Доминиканская Республика, потратив 60 миллионов долларов на ликвидацию болезни, а также Куба. На острове Свободы было уничтожено практически все свинопоголовье, а это более полумиллиона животных. Все свинофермы на Кубе были закрыты. Инфекция была искоренена на начальном этапе за несколько лет, можно сказать. Но, конечно, тогда были предприняты исчерпывающие меры с привлечением больших средств и административных ресурсов самого высокого уровня. Помогали Кубе в борьбе с ЧС советские ученые, которым полученный в Гаване опыт очень пригодился спустя несколько лет. В 1977 году чума пришла в СССР. По версии участников ликвидации вспышки, корабли, заходившие в порты Одессы и Ильичевска, закупали продукты для команды в Южной Америке, где тогда свирепствовала африканская чума. Отходы с камбуза скармливались домашним свиньям уже на материке. Распространение болезни происходило очень стремительно. Еще здоровых, но уже зараженных поросят продавали на рынках крупным кооперативам. В Одесскую область срочно была командирована группа ветеринарных врачей. По их указанию в регионе ввели карантин, к ликвидации болезни привлекли милицию и даже армию. Действовали очень жесткие ограничительные меры. Ничего не ввозилось и не вывозилось. Большая часть свиней была уничтожена. 700 тысяч голов – это цена, которую заплатил Советский Союз, чтобы эпизоотия не продвинулась вглубь громадной страны. Вспышку удалось полностью ликвидировать. Постепенно почти весь мир очистился от заразы. В течение нескольких лет евразийский континент, за исключением итальянского острова Сардиния, был свободен от АЧС. Но внезапно в 2007 году чума вернулась. Вирус попал в Грузию, а оттуда был занесен на территорию России. Купировать очаг и не допустить распространения болезни так же быстро и эффективно, как в Одессе, не удалось. Люди не были готовы к приходу АЧС. Многие владельцы заболевших животных скрывали истинную причину их гибели. А Министерство природных ресурсов наотрез отказалось снижать численность диких кабанов в неблагополучных и граничащих с ними регионах. Ветеринарная служба, раздробленная к этому времени на части и не обладающая необходимыми полномочиями, сделать ничего не смогла. Первая вспышка была зафиксирована в Чечне. Движение вируса шло очень интенсивно, и скоро АЧС была занесена в Ингушетию и Северную Осетию. Затем началось ее шествие по югу России. Заболевание было обнаружено в Ставропольском и Краснодарском краях. За ними последовали Ростов и Волгоград. И если сперва речь шла о единичных вспышках среди диких кабанов и домашних свиней в личных подсобных хозяйствах, то здесь уже были затронуты крупные предприятия. Совершенно неожиданно АЧС была занесена в Ленинградскую область. Отсюда началось ее распространение по северо-западной части России. Третьим вектором стало Приволжье. К концу 2011 года в зону заражения попали Нижегородская, Саратовская и Оренбургская области. В этот же период чума пришла в Центральную Россию. Первая вспышка произошла в исправительном учреждении в Тверской области. За следующие 5 лет АЧС обнаруживали еще в 22 российских регионах. Чума продолжала свое движение на юге, северо-западе, в Приволжье и центральной части России. 2017 год стал самым резонансным в истории присутствия заболевания в стране. Вирус попал в Сибирь. Его жертвами стали тысячи свиней в Омской и Тюменской областях и Красноярском крае. С начала эпидемии африканской чумы свиней в России с 2007 года неблагополучными регионами у нас считается 51 регион, в которых были зарегистрированы вспышки инфекций или в популяции диких свиней, или в популяции домашних свиней. За 11 лет в России было уничтожено более 1 миллиона свиней. Ущерб, нанесенный отрасли, измеряется в миллиардах рублей. До сих пор от заноса вируса не застрахован ни один регион. Причины распространения АЧС. Межведомственная разобщенность.
отсутствие скоординированных и оперативных действий по недопущению заноса вируса, сокрытие падежа животных и информации об ОЧС со стороны региональных управлений ветеринарии и собственников животных, неэффективное снижение численности диких кабанов, несоблюдение предприятиями ветеринарно-санитарных требований при выращивании свиней, их убое и переработке продукции, низкий уровень биологической защиты личных подсобных хозяйств и мелкотоварных ферм, контакты домашних свиней и их владельцев с дикими кабанами, отсутствие системы идентификации животных и учета поголовья свиней, несанкционированное перемещение и торговля животными и продукцией, зараженной ОЧС. В ноябре 2017 года Тюмень взбудоражила новость о вспышке африканской чумы свиней. Очаг заболевания был зафиксирован на свинокомплексе в селе Шорохове Исетского района. Это первое крупное предприятие на Урале, которое пострадало от чумы. На период вспышки заболевания в хозяйстве было около 16,5 тысяч животных. Из них в определенный период, промежуток времени, падеж составил около 900 с лишним голов. По факту получилось, около 16 тысяч голов было уничтожено, утилизировано. И на территории села Шорохово в первой угрожаемой зоне было изъято и уничтожено 288 голов. Установить точную причину вспышки до сих пор не удалось. Однако в ходе расследования выяснилось, что предприятие грубо нарушало правила содержания свиней. Территория фермы была лишь частично огорожена, любой человек или дикое животное могли свободно попасть внутрь комплекса. Сотрудники приносили с собой на работу еду, в том числе и мясо. Многие из них содержали свиней в своих личных подсобных хозяйствах. Такое пренебрежительное отношение к нормам биологической защиты привело к ужасным последствиям. Сейчас вот как уволились, больше туда не хожу, даже тяжело. Что там и как там, не знаю, но сейчас вот в основном все без работы. Большинство так и не нашло нигде. Потому что пока шло уничтожение, даже через месяц люди стали устраиваться, нигде не брали. Как будто люди болели, а не животные даже. Вообще деревню, получается, на корню зарубили. 170 человек без работы. Раз, и все остались. И будет что-то, не будет, никто не знает. Сегодня свинокомплекс закрыт. Как и многие другие российские компании, прекратившие свое существование после заноса африканской чумы свиней. Но эта история получила свою печальную известность совсем по другой причине. Вот в нашей бригаде это началось, но я была на больничном. Самое начало, не знаю, вышло, уже свиньи, животные болели. Но мы как думали, что легочные, так и лечили у нас их. Так и смотрели за ними. Но на чуму у нас даже не было. Вот врач сдавал анализы, приходило же отрицательное все. Пока свиней лечили, предприятие работало в полную силу. Компания продавала мясо тюменским перерабатывающим комбинатам и вывозила живых поросят в другие регионы. Почему правильный диагноз не был установлен сразу и имело ли место осознанное сокрытие африканской чумы свиней, сейчас выясняет Следственный комитет. Тогда же все силы были брошены на оперативный поиск зараженных животных. Автоматизированная информационная система «Меркурий» – система, созданная Россельхознадзором для электронной ветеринарной сертификации продукции. ЭВС официально внедрена в России с 1 июля 2018 года. Позволяет обеспечивать прослеживаемость производства, перемещения и реализации животноводческой продукции, оперативно выявлять и отзывать небезопасную продукцию, вычислять недобросовестных производителей, вытеснять с рынка мошенников и контрабандистов. Благодаря программе «ГИС Меркурий» было выявлено, кто повез, куда повез, и были приняты оперативные мероприятия по информированию и локализации очагов вот уже на тех территориях. Оказалось, что больные поросята были проданы предпринимателям в Курганскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В обоих регионах очаги ОЧС моментально купировали. Тяжелых последствий удалось избежать. С тех пор, как в Россию попал смертоносный вирус, это далеко не единственный случай, когда предприятие, уже охваченное чумой, продолжало работать и торговать продукцией. В 2012 году зараженное мясо с одного из предприятий Краснодарского края было вывезено в 9 российских субъектов.
В 2014-м похожая история случилась в Псковской области. Опасная продукция попала в 15 регионов. В 2016 году из очага африканской чумы свиней в Московской области мясо было отправлено в 31 российский субъект. Нечто подобное, но только еще более страшное, произошло в Калининградской области. Здесь АЧС давно ждали, с того времени, как заболевание, легко преодолев границы государств, дошло до Прибалтики и Восточной Европы. Калининградская область у нас была в зоне риска, начиная с 2014 года, когда первые очаги были зарегистрированы в Литве и в Польше. И, в принципе, ветеринарные врачи в регионе знали то, что заболевание придет. Мы знали то, что оно рано или поздно придет. И оно пришло. В конце 2017 года всего в одном километре от польской границы были найдены погибшие от африканской чумы свиней дикие кабаны. В ноябре 2017 года областная лаборатория впервые диагностировала африканскую чуму свиней. В нашу лабораторию были направлены пробы на подтверждение. Это был дикий кабан. ПЦР-реакция прошла положительно. Мы выделили ДНК вируса африканской чумы свиней. И методом РПИВ были окрашены мазки. Буквально через месяц от АЧС в области начали гибнуть домашние поросята. Все они содержались в личных подсобных хозяйствах граждан, а значит, не были защищены от болезни. Столкнулись мы именно в первых вспышках в личных подсобных хозяйствах, когда именно на уровне муниципалитетов было непонимание серьезности ситуации, вот эта дифференциация момента, когда частник, который, в общем-то, значительного никакого вклада в экономику региона, можно сказать, не приносит, он становится причиной как бы, таких вот катастрофических последствий. Последствия оказались действительно катастрофическими. Уже через полгода чума добралась до крупных предприятий. Огромный свинокомплекс с высшим уровнем биологической защиты в Правдинском районе, где на момент вспышки содержалось более 100 тысяч животных, стал одним из первых, кто сообщил о вспышке. Однако, как оказалось позже, эпидемия на предприятии началась за несколько недель до постановки официального диагноза. И все это время компания не прекращала работу. Больных животных вывозили на бойню. Затем мясо это вывозилось в различные регионы Российской Федерации. В 6 регионах мы нашли мясо, контаминированное вирусом АЧС. А, к сожалению, это тоже один из путей распространения и, можно сказать, один из основных путей. Мясо животных с этого комплекса до сих пор находят в разных уголках страны, хотя предприятие полностью закрыто. Все сотрудники уволены. 128 тысяч свиней уничтожены. Что произошло, выясняет следствие и прокуратура. Уголовные дела возбуждены в отношении представителей комплекса и врача региональной ветеринарной службы. Если будет доказано, что компания знала об АЧС и намеренно скрывала болезнь, чтобы успеть продать как можно больше животных, то это преступление станет, пожалуй, самым жестоким и ужасным за все 11 лет присутствия чумы в стране. Преступление против собственного народа. Кирилл Татаринов возглавлял крупнейшее в регионе предприятие по забою свиней и производству мясной продукции. Более 10 лет компания успешно работала и развивалась. На данный момент уволили всех сотрудников. Мы не можем на данный момент выплатить им зарплату. Мы полностью остановились. Нам просто нечего делать. Мы сидим и ждем какого-то чуда, которое не происходит. Об опасности африканской чумы свиней здесь знали и принимали защитные меры. Следили, чтобы сотрудники, как это положено, не выращивали в своих личных подсобных хозяйствах свиней, взаимодействовали с охотниками, выстроили систему дополнительных дезинфекционных барьеров при въезде. И, конечно, не ожидали, что АЧС придет совершенно легально с привычной поставкой животных с того самого свинокомплекса. Мы раньше били где-то в районе 600-700 голов в день. А сейчас я могу вам прям лично показать, что у нас в холодильниках. Посмотрите. Там нету ни одного кусочка мяса, ни одной полутуши. Полная тишина. На сегодняшний день в Калининградской области зарегистрировано более 60 очагов АЧС. Поголовье свиней сократилось более чем на треть. Между тем, Россельхознадзор на протяжении последних 4 лет
постоянно предупреждал местные власти об опасности африканской чумы. Мы в свое время предлагали определенные инициативы и, в общем-то, выносили их на уровень правительства в области и на заседаниях ЧПК рассматривали. Это, во-первых, создание буферных зон вдоль границ, потому что, знаете, у нас анклав государственных границ. Казалось бы, что проще сделать буферную зону 10-15 километров и как бы постоянно проводить санацию этой территории. Было предложение у нас сделать буферные зоны хотя бы до 2 километров вокруг крупных свинокомплексов. Но буферные зоны так и не были созданы. Популяцию диких кабанов до нужного уровня не сократили. В личных подсобных хозяйствах население продолжало активно разводить свиней. И все это на фоне ежедневно ухудшающейся ситуации с ЧС в соседних Польше и Литве. В Евросоюзе распространение африканской чумы свиней приняло катастрофические масштабы. Там, начиная с 2014 года, произошло уже более 12 тысяч вспышек. Это в 9 раз больше, чем в России за все время присутствия вируса. Когда ЧС попала в Европу, большинство ученых занималось классической чумой свиней, а не африканской. И они не согласились со мной в том, что нас ждут большие неприятности. Я уже тогда предупреждал, что вирус будет точно эволюционировать, и он представляет большую опасность для Испании. И если мы ничего не сделаем, это станет проблемой. И в итоге мы имеем сегодня 8 стран ЕС, неблагополучных по ЧС. 8 стран. К этому добавляется рост численности дикого кабана. Мы хорошо контролируем ситуацию на внутреннем рынке, но мы не слишком успешно занимались контролем дикой природы. И я думаю, что это была большая ошибка. Россия много раз предупреждала Евросоюз об угрозе африканской чумы свиней. С момента попадания вируса в Грузию такое развитие событий казалось неминуемым. Ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных прогнозировали, что АЧС будет двигаться в сторону Европы по южному направлению, через Украину и Карпаты, а также северному, по побережью Балтийского моря. Так и случилось. Волна эпидемии накрыла практически все страны Прибалтики и Восточной Европы. И виной тому дикие кабаны. Сегодня самой серьезной проблемой, связанной с диким кабаном, является то, что популяция дикого кабана резко увеличилась. В некоторых странах она увеличилась на 700 или 800 тысяч особей. Вы можете себе представить такой скачок популяции? Дикий кабан является переносчиком не только АЧС, но и других болезней, вроде туберкулеза или болезни Ауески. Это происходит потому, что мы не контролируем его популяцию. Большое количество животных оказалось под защитой населения, которое было против сокращения количества диких кабанов. В итоге обширная популяция диких кабанов, насчитывающая миллионы особей, стала природным резервуаром вируса. Жизнь инфекции в Европе теперь поддерживается без какого-либо вклада клещей, домашних свиней или людей. Несмотря на то, что сегодня европейцы эту проблему признали и начали сокращать численность кабанов, африканская чума свиней продолжает расширять свой географический диапазон. Следующий удар болезнь может нанести уже по странам Западной Европы. В большой опасности Германия, Австрия и Франция. Прогноз по распространению АЧС в Европе неблагополучный. Если мы не предпримем мер, рано или поздно АЧС придет и в Испанию, потому что болезнь распространяется крайне стремительно. Пока Испанию отделяют от разрушительного вируса 2000 километров, свиноводческая промышленность там процветает. Страна считается крупнейшим производителем свинины в Евросоюзе после Германии. А по количеству свинопоголовья ей в Европе и вовсе нет равных. Объемы экспорта ежегодно растут. Испания поставляет свиное мясо и знаменитые на весь мир деликатесы в 130 стран мира. Но все производители знают, что их счастью может прийти конец. И очень этого опасаются. АЧС вызывает у нас большую озабоченность. Мы боролись с ней много лет назад, в 1980-х годах, поэтому у нас есть определенный опыт. Именно по этой причине мы очень хорошо знаем, какие могут быть последствия. Карлос Пинейро возглавляет одну из традиционных для сегодняшней Испании свиноводческих компаний. На его небольших, но многочисленных фермах выращивается 400 тысяч свиней. Производимая продукция реализуется внутри страны и экспортируется в Южную и Восточную Европу, Латинскую Америку, США и даже в Азию. Секрет успеха компании в неукоснительном соблюдении правил биобезопасности и использовании новых технологий, причем разработанных самостоятельно.
Первая система – это система внешнего контроля. Мы устанавливаем виртуальные заборы вокруг фермы. Каждый посетитель, работник, поставщик находится под контролем. Благодаря системе известно, кто находится внутри помещения или снаружи. В то же время можно отслеживать контакты между фермами, больше не требуется журнал. Я могу отслеживать все онлайн. Вторая система наиболее любопытная и применяется в большом количестве стран с целью отслеживания внутреннего движения персонала. Все ли верно они делают, меняют ли одежду, принимают ли душ, в том ли месте находятся. Дополнительные меры контроля в Испании всеми воспринимаются позитивно. Здесь уровень ответственности у работников отрасли крайне высок. Я считаю, что биобезопасность держится на трех основных принципах. Первое – биоизоляция. Вы должны не позволять патогенам проникать на ферму. Второе – это биоменеджмент. Вам требуется контролировать ситуацию в случае, когда патоген все-таки попал на ферму. А также третий принцип – препятствовать распространению патогена, если он существует, на другие фермы. Это ключевые принципы, которые должны реализовываться каждым членом компании, начиная от технического персонала и заканчивая топ-менеджерами на фермах любого размера. К сожалению, в России о таком отношении к ведению бизнеса пока приходится только мечтать. Результаты расследований причин, по которым возникли вспышки АЧС на крупных свиноводческих предприятиях, каждый раз одни и те же. Руководители таких хозяйств, как правило, не считают чуму чем-то опасным, поэтому пренебрежительно и крайне экономно относятся к правилам биозащиты. Россия сегодня находится в ситуации, схожей с той, что была в Испании в 1970-80-х годах. Экономика растет, выращивается больше свиней, увеличивается производство, и все больше продукции уходит на экспорт. Производители счастливы и не видят проблемы в АЧС. Это происходит по трем причинам. Во-первых, болезнь не затрагивает людей. Во-вторых, вы пока не так много продукции экспортируете. И третья причина – вы все еще не нашли формулу, которая объединит всех в борьбе с АЧС. Победа над африканской чумой свиней – задача очень масштабная и системная. Она включает в себя сразу несколько важных компонентов. Первое, что необходимо сделать – повысить уровень биологической безопасности абсолютно всех свиноводческих хозяйств, убойных пунктов и перерабатывающих предприятий. Проблема в том, что вирус всегда возвращается. Ему известно, что делать. И это происходит утром, ночью, в воскресенье, в праздники. И если вам неизвестно, как себя будет вести вирус, и если у вас нет модели того, как можно предотвратить его, то вы, вероятнее всего, проиграете в борьбе с этим вирусом. Вирус однозначно победит. Поэтому крайне важно принять программу по борьбе с вирусом, где будет прописана надежная биозащита предприятий. Параллельно должна идти работа с личными подсобными хозяйствами. Чаще всего именно они становятся источником болезни. И здесь самое важное – полностью исключить контакт домашних свиней с дикой природой, не заниматься их разведением в местах обитания кабанов и соблюдать правила биобезопасности. Маленькое хозяйство защитить от вируса намного проще, чем огромный свинокомплекс. У вас могут быть районы, отведенные для разведения дикого кабана, но в них ни в коем случае нельзя заниматься производством свиноводческой продукции. В то же время необходимо уменьшать численность кабана в дикой природе. Снижение популяции диких кабанов – третий шаг в борьбе с АЧС. И, наконец, четвертый и самый важный элемент – это консолидация усилий между всеми, кто хочет сохранить свиноводство в стране. Вам нужно объединить власти, фермеров и людей, которые знают болезнь. Как только у вас это получится, вы добьетесь успеха. Необходимо, чтобы все были готовы работать над полным искоренением болезни. Но решая свои внутренние проблемы, не стоит забывать о внешних угрозах. Вспышки африканской чумы свиней недалеко от границ нашей страны прямо сейчас происходят в Китае. Поднебесная стала первой страной в Восточной Азии, почувствовавшей на себе разрушительную силу АЧС. Известие о том, что в Китае была зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней, стало для нас шоком, поскольку известно то, что в настоящий момент в Китае содержится около 500 миллионов голов свиней, и то это официальные данные, по неофициальным данным поголовье больше. В начале августа 2018 года новость о том, что экзотический вирус добрался до Китая, крупнейшего производителя свинины в мире, потрясла абсолютно всех. Скорее всего, чуме удалось переместиться на противоположный край континента благодаря непрекращающейся торговле со странами Евросоюза.
Польша, Румыния и Венгрия уже после вспышек АЧС на своих территориях продолжали поставлять свиноводческую продукцию в Китай. И теперь ни одна страна мира уже точно не может чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому пятый шаг на пути к искоренению болезни – международное сотрудничество. Африканская чума свиней – это не проблема одного государства. И если нам даже удастся собственными силами победить АЧС внутри страны, всегда останется риск ее повторного заноса с неблагополучных территорий. Россия полностью открыта для международного сотрудничества. 11 лет страна оперативно сообщает обо всех вспышках АЧС на своей территории и обменивается новыми данными с Международным эпизоотическим бюро. У нас сложились плодотворные партнерские отношения. Я думаю, у нас есть прекрасная возможность для совместной работы, благодаря проводимым реформам, уже осуществленным структурным преобразованиям, а также хорошим текущим проектам по обеспечению информационной прозрачности и обмену опытом. Взаимодействие происходит и на уровне научных экспертов. Ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных делятся опытом и знаниями со своими коллегами по всему миру. Во ВНИИЗЖ африканскую чуму свиней изучают давно и очень успешно. У нас есть лаборатория, которая занимается проблемой африканской чумы свиней. Работают в этой лаборатории очень грамотные специалисты, которые оперативно подтверждают диагнозы со всей России, либо не подтверждают по африканской чуме свиней. Здесь вы понимаете, что должна быть оперативность. Чем быстрее мы поставим правильный диагноз, тем больше шансов купировать заболевание в рамках одного населенного пункта, хозяйства, чтобы эта зараза не расползлась на ближайшие территории. Сейчас в НИИЗЖ готовится к получению статуса референтной лаборатории по африканской чуме свиней Международного эпизоотического бюро. Пока собираются документы, работа по исследованию и диагностике вируса не прекращается ни на минуту. Мы стараемся как можно раньше выявить только появление вспышки, а не тогда, когда она в разгаре, и поэтому разрабатываем высокочувствительные методы. К ним относятся такие реакции, как изотермальная реакция, полимеразная цепная и иммуноблот. Это такие реакции, они хотя и считаются классическими уже на настоящий момент, но тем не менее в нашей стране их разработкой никто не занимается, и поэтому эта функция целиком и полностью лежит на нашей лаборатории. Вторая немаловажная часть деятельности института – это проведение научно-исследовательских работ с возбудителем африканской чумы свиней. Ученые изучают изоляты и штаммы вируса, исследуют его свойства и оценивают характеристики. В лаборатории могут определить любые изменения инфекции и спрогнозировать ее распространение. Мы должны каждый раз проверять, чем вызвана вспышка, откуда пришел тот или иной возбудитель. И поэтому это сложнейшая работа, которая отнимает максимальное количество времени у сотрудников нашей лаборатории. Но когда мы знаем, что откуда был принесен возбудитель, тогда мы можем предложить меры борьбы и ликвидировать вспышку в самом ее начале. Но самая трудная часть работы, как признаются сотрудники института, это командировки туда, где чума уже вспыхнула, и нужно срочно изымать и уничтожать свиней. И здесь все, кто принимает в этом участие, сталкиваются с сопротивлением и непониманием со стороны собственников. Нередко в социальных сетях обсуждается, что чумы и вовсе не существует. И все это выдумки для поддержки крупных свинокомплексов. К сожалению, именно эти люди, которые не верят в африканскую чуму, сами становятся невольными виновниками ее распространения. В Федеральном центре охраны здоровья животных есть подразделение, информационно-аналитический центр, которые занимаются анализом как официальной, так и неофициальной информации. И также они отслеживают и информацию из социальных сетей за рубежом, с форумов и в тех же странах Прибалтики, например, и в других странах ситуация примерно та же. То есть люди не верят, люди думают, то, что у них вот пытаются этих животных изъять. Как бы многим ни хотелось, но африканская чума свиней – это не сказка, а страшная реальность. Санитарная и социальная катастрофа, разоряющая десятки стран мира. И повсюду применяются одни и те же жесткие методы борьбы с АЧС. Других способов искоренения болезни пока не существует.
сожалению, пока ничего не разработано, но все равно надо двигаться вперед, и когда-то методы борьбы какие-то все равно нужно разрабатывать и нужно пробовать для того, чтобы разработки новые были. Я думаю, что это все связано и с тем, что нужно по-другому смотреть на генетику, по-другому нужно смотреть на вакцины. Несколько крупнейших научных институтов в мире пытаются разработать вакцину от африканской чумы свиней. Среди них Российский федеральный центр охраны здоровья животных и Мадридская лаборатория Международного эпизоотического бюро. Пока ученые в трудных научных поисках, от наших решений и действий зависит, сколько еще животных погибнет от АЧС, сколько предприятий навсегда закроют свои двери, сколько человек останутся без работы и средств к существованию. И только нам решать, готовы мы или нет осознанно подойти ко всеобщей борьбе, объединить усилия против одного биологического врага и, наконец, увидеть этот мир свободным от африканской чумы свиней. Что нужно знать о способах распространения АЧС? Источники заражения. Живые животные. Инфицированные, проявляющие и не проявляющие клинических признаков заболевания, а также переболевшие носители вируса. Кровь. Кровь больного животного может привести к заражению почвы, инструментов, одежды и транспортных средств. Экскременты. Они содержат в себе высокую дозу вируса, сохраняющуюся в них в течение довольно продолжительного периода времени. Распространяют вирус посредством загрязненных ими обуви, шин, инструментов. Туши. Вирус живет дольше хозяина. После смерти зараженной особи АЧС продолжает сохраняться в туши и может инфицировать подошедших близко восприимчивых животных. Почва. Земля, на которую попала кровь или материалы разложения больного животного, остается зараженной долгое время. Вирус распространяется посредством загрязненных ею обуви, одежды, шин, инструментов. Кровососущие насекомые и клещи являются механическими распространителями вируса. Предметы. Вирус передается через любой зараженный неживой объект – обувь, одежду, транспортные средства, ножи, оборудование. Что нужно знать о способах защиты от заноса вируса? Основные правила биологической безопасности. Животные должны содержаться в закрытых помещениях с внешним ограждением. Выгул свиней недопустим. Посещение мест содержания животных сторонними лицами запрещено. Помещения, транспорт, инструменты, оборудование должны содержаться в чистоте и дезинфицироваться. Скармливание свиньям пищевых отходов и продуктов убоя животных недопустимо. Необходимо использовать безопасные, термически обработанные корма. Необходимо проводить обработку животных против клещей и блох. Лечение свиней без предварительного исключения диагнозов африканской и классической чумы свиней по результатам лабораторных исследований строго запрещено. Приобретать свиней необходимо только в специализированных свиноводческих хозяйствах при наличии ветеринарных документов. Утилизация биологических отходов должна производиться в соответствии со строгими правилами биобезопасности. В свиноводческих хозяйствах перед посещением животных все сотрудники должны проходить этап санитарно-гигиенических процедур с полной сменой одежды и обуви. Всем сотрудникам должно быть запрещено содержание свиней в личных подсобных хозяйствах, а также охота на дикого кабана. Питание персонала должно быть организовано на предприятии в изолированном от животных помещении. Убой свиней должен проводиться только на аттестованных убойных пунктах. Перемещение животных и продукции внутри субъекта и в другие регионы без ветеринарных документов запрещено.